Люди говорят, я не знаю, чем мне заняться. Вы можете себе представить крестьянина в русской деревне в 19 веке, который сидит скучающе, смотрит на поле и говорит, я не знаю, чем мне заняться. Теперь у человека есть возможности какие угодно, что угодно, любая наука, любое творчество, невероятное количество развлечений, контента и так далее. И он сидит и думает, чем бы заняться? Что с ними не так? С этими людьми. С ними не так именно то, что они не понимают, чего они хотят на самом деле, что на самом деле нами движет.